Так, мы пошли на улицу Новгородский. Нам нужно... Вот он повредил ногу. Нам нужно добраться до 4 гражданской. После комендантства началась стрельба. Чтобы вот этого дома, как раз. Наша задача быстро их отсюда эвакуировать. Русскому мы не стали рисковать. Еще одна машина с нами выехала. Здесь маленький ребенок и 6 человек в этой машине. Сейчас мы их тоже поселим в Донецке. Все, все, обнимайтесь, и мы побежали. Все хорошо. Я возьму. Все, всего хорошего.